Откуль тут сонца? Привітання усім! Сьогодні у нас другий день здымок музичного кліпа. Ми на природі. Ось, там ніді наші сябри-режисёри. Нам вельми пошанцавала з надвор'ям, вельми пригожий захад сонца. І вельми ми пригожий на заході. Don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now. Настя, откажи, как у тебя отрывается плакать на камеру? Вообще, с самого начала я расскажу такую интересную историю, что всегда-всегда в кино хотят тебе намазать каким-нибудь ментолом, mm-hmm. луком, чтобы ты плакал. Но я всегда прошу этого не делать, так как я всегда сама плачу. Это именно, почему у меня так получается, это по системе Станиславского. То есть ты вживаешься в предлагаемые обстоятельства. То есть как бы ты себя повел на то место, в котором ты играешь персонажа. Ну, все довольно просто. Апошние натуральные актеры без хромакея и спецэффектов.